практически уже целый год он на рынке является. Ага. Полностью изготавливается из пищевого полипропилена. В чем преимущество этого полипропилена? Во-первых, никаких запахов лишних у нас не происходит во время его эксплуатации. А также толщина стенок идет 80 мм, тем самым создавая хорошую прочность ему и сдавливание грунтовых вод. Против... Ну и по сути вечный. Можно сказать, да, вечный. Как-никак у полипропилена есть единственный минус, это ультрафиолетовые лучи. Да? Но так как он под землей у нас находится, никакого воздействия ультрафиолетовых лучей он не подается. Тем самым можно сказать, в принципе, он у нас вечный. Никакой коррозии, полочки, лестницы полностью изготовлены из того же самого полипропилена, как, из которого изготовлен у нас, в принципе, и сам корпус. Тем самым никакой коррозии не поддается, так же, в принципе, как металл сам, да, он у нас ржавеет. Но он сборный из некоторых, он вот из да, таких он панелей. Изготавливается из панелей метр на метр. Вот, в принципе, он является обратная сторона его с ребрами жесткости. С ребрами жесткостями. Во время монтажа он устанавливается на бетонные плиты, впоследствии чего он заливается еще и бетоном на уровне метра. 10-15 сантиметров. Чтобы не выдавило, и чтобы плюс еще... грунтовые воды его не подняли нам на поверхность, тем самым создавляя противовес какой-то определенный. После заливки бетоном он еще плюс утепляется пеноплексом 10 сантиметров по бокам, по всему периметру, а также крыша тоже у нас утепляется тем же самым пеноплексом. Смотри. Все снаружи. Все снаружи, да. Здесь внутри, только... Внутри вот. Какой он есть, в принципе, такой он и есть. Еще один плюс. Горловина тоже у нас утепляется прямо на производстве и обшивается сразу же полипропиленом с обеих сторон. Вот внутри горловины у нас уже находится, в принципе, пеноплекс. Толщина его идет 4 сантиметра. А габариты, размеры, в принципе, в зависимости от желания хозяина, да? Нет, заказчика. Не совсем от желания хозяина. У нас есть уже стандартные размеры. Ага. Они бывают 4 видов погребов. 1, 2, 3 и, соответственно, 4. Каждый погреб идет на полметра больше. В данный момент у нас погреб КП-1, мы его так вот называем. Его габаритные размеры по площади уже 1,5 на 1,5. Высота его внутренняя идет 2 метра. Общая высота погреба идет 2,5 метра. Есть такие погреба у нас, вот вы заметите, в самом буклетике у нас есть погребы КП-1 лонг. Чем он отличается от этого погреба? У лонга идет более удлиненная горловина на 50 сантиметров. Глубже можно расположить. Да, можно его глубже скопать. Для чего это делается? В некоторых регионах промерзание грунта происходит около метра, в принципе, тем самым, что полностью он как бы не залезал, мы удлиняем горловину. Присутствует приточная и, соответственно, отточная вентиляция. Вся эта вентиляция регулируется. Соответственно, зимой мы закрываем это все. Ну, не закрываем полностью, но оставляем, чтобы в любом случае какой-то воздух у нас сюда попадал, для того, чтобы продукты сохраняли свой красивый, естественный продуктовый вид. Как бы. Полочки, опять же, очень жесткие. Приваренный экструзионной сваркой с обеих сторон, снизу, сверху. Плюс еще присутствуют у нас косынки жесткости для него. Так что в любом случае любой груз мы можем сюда установить. Также 50 и 100 килограмм картошки или 100 банок. В принципе, сколько у нас влезет. Есть такой маленький гаджет на лестнице. По-другому я не могу его назвать. Но очень удобный для людей, которые любят коллекционировать вина, не знаю, или даже тот же домашний самогон, как бы. Можно его аккуратненько сюда вставить. В принципе, да. Но, к сожалению, немного. У нас только 7 ступенек, 8 ступенек. Ну, одна на сверху, как бы, можно сказать, нерабочая. Скажем так, уже стандартно идет освещение там. Освещение, вот все, что вы видите в данный момент, за исключением соления, за исключением продукта, вот в таком виде, он, в принципе, у нас и продается. Освещение сразу же, опять же, на производстве все изготавливается. С обратной стороны только устанавливается гермовод. Вам только надо завести провод 220 и больше, в принципе, ничего. Гидрометры тоже устанавливают у нас, показывают у нас температуру, ну и, соответственно, влажность. Да. Температура средней погреба зимой и летом варьирует в районе 5-6 градусов, от 8 до 12-13 градусов.
может быть даже 15, то редко, 15 лет, там оно при большой жаре, и то если мы будем открывать как бы крышку, часто будем открывать крышку. Крышка сама тоже утеплена пеномоном 2 сантиметра, тем самым в закрытом состоянии пеномон у нас мягкий и плотно прилегает по всему периметру горловины. Оснащены у нас противоскользящими ступеньками, так сказать. Тем самым зимой, допустим, очень удобно, ничего не скользит. Некоторые говорят, градус очень резкий. На мой взгляд, градус довольно-таки очень удобный. Поднимается, ничего не мешает, ни сама горловина. В самой горловине присутствует еще вот такой рычажок. Вы можете, да, заснять, я сейчас уйду. Рычажок этот предназначен для того, чтобы его не видно. А ну, в принципе, лестница около градуса как раз таки и наоборот интересная. В принципе, я да, он немало места занимает. Вниз спускаешь, он у тебя не обошло. Вот эта упорная планочка у нас предназначена для того, чтобы удерживала крышку, ну, допустим, во время какого-то большого ветра, да, если, как правило, погреба у нас устанавливается в открытой местности. Деревьев как бы мало, если даже есть какой-то ветер или боковой, во избежание закрытия его резкого, устанавливается моя личная разработка. Правильно, Сергей Николаевич? Я же не буду. Моя личная разработка, да. Ну, спасибо вам большое, что рассказали. Да, спасибо, до свидания.